Всем доброе утро. Доброе утро у меня в Казбегах. И на фоне такой красоты хотела бы вам рассказать такую историю, которая произошла у нас в Тбилиси. Мы гуляли по вечернему городу и, подходя уже к своему дому, увидели, что молодые люди танцуют и выступают на улице. Ну, естественно, мы не могли пропустить такое. Все снимали на телефоны, мы тоже, я снимала на камеру. И уже потом, придя домой, на следующий день мы просматривали YouTube, вернее, не я, а мой дядь. И он увидел точно эти же съемки, тот же этот день на YouTube, и даже увидел себя. Он попал тоже в кадр. И он говорит, что я видел, что снимал там один очень знаменитый человек, но я думала, это он или нет. И потом посмотрели мы название, оказывается, Али Османов, знаменитый блогер снимал, а мы оказались тоже участниками этих съемок. Вот. У него очень много подписчиков, 1 000 000 с лишним где-то, 1 200 000, по-моему, подписчиков у него. И вот такая интересная история произошла, что мы вроде бы хотели снять для себя, а оказались вместе, снимали с известным блогером. И хочу показать вам сейчас этот танец зажигательный, который, по-моему, любят все, без исключения. Приятного всем просмотра. Oh,